Итак, это, естественно, Ark Survival. Продолжаем выживание на выжженных землях. Я тут за кадром немножечко пофармил, как и хотел, собственно говоря. Расширил себе домик, поднял потолки, даже сделал себе такой подъем на крышу, чтобы можно было туда кого-то поставить и можно было сюда подниматься. Фишка в том, что мне вот этого всего, я так понял, жутко недостаточно. Шипастый дракон, он, конечно, прикольный, но эта собака очень медленная. Я вспомнил, что в прошлом выживании здесь я приручал аргентависа, чтобы его себе таскать. А точнее так, я себе поставил домик, в него поставил, или загон у меня был. Поставил туда шипастого дракона, а просто туда прилетал на этом самом, как его, на аргентависе, забирал оттуда древесину. И, собственно говоря, это и хочу сегодня провернуть. Обязательно приручить какого-нибудь хорошего аргентависа. Тебе подкачаем носимый вес. Все остальное ему качать, в принципе, не нужно, у него все хорошо. У меня просто, в принципе, все есть, а вот древесина, вот эти вот 262 бревнышка, все, что есть. Именно поэтому сегодня отправимся приручать, наверное, аргента в первую очередь. Возьмем тебя. У нас есть арбалет. Я просто думаю, как это удобнее всего сделать. Можно же, естественно, скрафтить винтовку, вот это вот гарпунное ружье. Но для того, чтобы его сделать, гарпунное ружье, нам понадобится станок. И это все не так просто, как хотелось бы, да? И само оно потребует цементную пасту, слитки металла, полимер, обсидиан. То есть нужно так солидно пофармить. Обсидиан мы знаем, где взять. Полимерчик, это не проблема. Здесь недалеко есть, как они называются, господи, богомолы. В принципе, богомолов мы можем найти даже где-то вот там в горах, они порой бывают. Или просто насквозь выйти вот туда, в пустыню, и там немножечко пофармить полимерчика с них. Опять же, полимер нам понадобится, так что... Предлагаю прямо сейчас разгрузиться, убрать из кармана все лишнее и в первую очередь именно это дело и провернуть. Просто съездить туда, фармануть полимер, вернемся оттуда. За кадром себе сделал серп, собрал немножко волокна, пригодится. Все лишнее долой. У нас, в принципе, есть стрелы, у нас есть волк. Все будет хорошо, я думаю. Тебе прокачаем урон в ближнем бою и поставим поведение. Будешь на нейтралитете, если что. Подожди, отношение к врагу. Вот так вот, нейтральный, если что, он будет защищать здесь. А мы на волке как раз отправимся, наверное, действительно в пустыню съездим. Ну-ка, стоп. Пятый, нет, слабенький, маленький. Тоже было бы неплохо приручить. Ну, можно было бы, на самом деле, аргентависа попытаться заманить в какую-то ловушку и закрыть его там. Но, честно говоря, жутко не хочется строить ловушку. Мне легче как раз сгонять просто все нафармить. Все равно станок нам нужен, все равно это ружье нам пригодится по-любому. Так или иначе. Так что, в первую очередь, давайте займемся именно этим. Ребята, он какого уровня? 20-й, 15-й. Да, можно просто мимо проехать. Где-то здесь, кстати, горный элементарь сидит. Наверное, наверху. Наверное, все просто насквозь проскачем. Останавливаться не будем. Мы пойдем через пещеру, потому что она сквозная и выходит прямо в пустыню. И посмотрим, куда она выходит, потому что я просто тупо не помню. Опять же, интересно посмотреть. И, естественно, там сейчас форманем заодно обсидиан. Кстати. Вот здесь же тоже где-то есть бутылочка. Вон коробка лежит. Все, хорошо. Это мы с вами как раз на аргентависе используем. Потому что, ну, как бы волк уже более-менее прокачанный. Можно было бы еще качнуть, но он как бы взял и сам прокачался, пока мы там сражались со всякими хищниками, и нам этого вполне себе достаточно. Больше даже не нужно. Да, у меня сейчас как раз жарится мясо, производится уголь, чтобы можно было делать все дротики. Вообще, как ни крути, и станок, и, естественно, вот это гарпунное ружье, это вещи очень полезные, они нам еще пригодятся и не раз. Все, я думаю, что этого хватит. 100 у нас есть пока что. Чтобы перегруза не было, больше не будем собирать. Вроде вот так вот поверху, и мы с вами выезжаем. А я не помню, куда выезжаем. Может быть, мы с вами в горы выезжаем. Вот сейчас и проверим. Я слышу Ютирануса. Лучик, аргент. Этого еще аргента найти нужно, 10-й. У меня стоит здесь поисковик, но я в самом начале не хочу пользоваться, потому что это тупо не спортивно. Будем пользоваться уже на более поздних стадиях игры. 15-й. Когда у нас с вами уже все будет, и вот этот поиск динозавров, он уже просто будет превращаться в рутину. Вот тогда будем использовать. Нет, ребятушки, вы идете нафиг. Этот проход, он точно приведет нас в пустыню, просто... Не знаю, насколько далеко. И будет ли сейчас там хоть кто-нибудь. Пустыня уже здесь начинается. Опять же, пустынные черви, нужно про них не забывать. Но это нам хотя бы, я не знаю, терексы нужны какие-нибудь. Чтобы нормально их можно было забить и собрать с них все. Слушайте, ты не успокоишься, да? Я понял тебя. У нас сильный волк, он справится со всем. Единственное, что выносливости все очень мало. Сейчас главное самим съесть труп, да, вот. Чтобы аргент не схомячил.
Ну-ка, а инструментики есть какие-нибудь хорошие? Стрелы можно забрать. Это все само исчезнет, исчезнет довольно-таки быстро. Полчаса, кстати, не так быстро. Знаете, что можно забрать? В принципе, когти, они же по-любому где-то там нужны для призыва. Нужно будет на обелиске посмотреть, что нужно для призыва босса. Окей, опять Ютиранус, здесь какая-то вакханалия. Нам это все неинтересно. Очень много всяких разных баночек, скляночек лежит в пустыне. Вот там вот развалины, там по-любому что-то есть в них. Вот таких развалинах очень много всего. Но туда добраться сложно. Жарко здесь. Даже в костюме жарко. Сюда нужно приезжать рано-рано утром. Сейчас у нас 14 часов, то есть жара. А вон и богомол, отлично. И еще богомол, все. Живем, мы нашли то, что нужно. Самое главное теперь собирать все самостоятельно. Потому что, как бы, может другой богомол схомячить богомол, да? И мы останемся без всего. Нормально, живем. Нормально, нормально, все хорошо. Нам не нужно было много. Есть. Вы знаете, я хочу кушать. А тут как раз яйцо лежит. Так что мы его просто схомячим. Но опять же, хитин, кератин, это у нас с вами халявное что? Цементная паста. Ну-ка проверим, никто к нам не ползет. Сосисок нету, рядом нет, вроде нету. Ползающих, которые торчат там. Тяжело уже. Наверное, у тебя в кармане всякая разная ерунда еще, да? Да не, не особо. Чтоб такое выкинуть, вот копью можно выкинуть. Вот это добро, хоть что-то нужно скинуть, потому что перегруз. А носимый вес качать не хочется. Все, последний, идем домой. Блин, жук. Я бы себе жука приручил бы. У меня есть маленькие фекалии. А ты какого уровня? 20-й. Маленькие примерно одни. Стоять. Может получится? У меня, блин, на плече этот самый. Ну ладно. Стоп, я не то сделал. Ну попробуем. Есть, да, приручили. Я не могу взять его. Ну что, за мной? За мной давай. То есть мне нужно где-то спрятать Нацу. Я думаю, что с ней здесь ничего не случится. Мы его сейчас вот за камушек ее занесем. Ну, Нацу, конечно, классно. Не хочется ее терять, но если что, мы приручим нового тушканчика и тоже назовем Нацу. А вот жука-скоробея нового я запарюсь приручать, искать. Вот так вот легко, чтобы быстро нашел, приручил и унес его. Все отлично. А я ехать-то смогу? Да по идее смогу. Да, все отлично. Ладно, Нацу, я за тобой вернусь. Посиди пока тут. Блин, шикарно сходили в пустыню. Все собрали, приручили скоробея. Едем обратно тем же маршрутом. Если сейчас ничего не произойдет, если я просто даю домой, то просто вырежу. Да, я спокойно доехал до пещеры. Здесь вообще можно сейчас спокойно спрыгнуть вниз. Нам не нужно по кругу тут ездить. Мне кажется, так быстрее будет. Если я ничего не путаю. Хотя, какая разница? Не-не-не, никуда прыгать не нужно. Все, и по прямой домой. Мы снова тут. Я думаю, что раз уж сюда забрались, то может стоит еще немножечко богомолов зафармить. Ну, то есть раз вернули, чтобы не просто так ездить. Скорее всего, сейчас так и сделаю. Так. Нацу. С Нацу все в порядке, отлично. Хорошее местечко. Давайте посмотрим, может быть действительно что-то есть. Потому что, ну что там, кератину 1000 собрали, этого мало. По-прежнему ютиранусы носятся. Что-то их здесь очень много. Так, а я хотел глянуть, где мы находимся. А разлом где? Там, что ли? Поехали посмотрим. Я 100 лет не был в пустыне. Вроде сейчас уже... Уже сейчас 16:10. То есть сейчас уже не будет так жарко. Мы здесь не должны умирать никаким образом. Вот там, что ли? За тем барханом. Черт его знает. Или оно с другой стороны карты? Нет, нет, нет. Здесь. Здесь должно быть. А с другой стороны карты я как раз... Там есть точка, где... Глючит тираннозавр, и ты ездишь по кругу.
И там они респаунятся, и можно таким образом себе зареспаунить 150 уровня, если это не пофиксили. То есть, что я имею в виду, если вдруг не поняли, если не знаете, там был спаун тираннозавров, три точки. Три спауна тираннозавров. Ты ездишь, смотришь, какого он уровня, если он низкого сгрызаешь, едешь к следующему. Вот так вот по кругу ездишь, они бесконечно респаунятся, и так, пока не находишься 150-го, такого, кого хочешь. Там, условно, если я так находил, точнее, выбивал альбиноса, да, в одном из выживаний. Соответственно, там арена мантикоры. Мне кажется, оно именно там. Да, вот начинается разлом виверн. Вон он пошел, все верно, я не ошибся, мы там где нужно. А вот там нас как раз, богомолы, которые сейчас, скорее всего, гребут от... Я не знаю, кто от кого гребет, но хотелось бы все-таки забить богомолов и забрать с них все. У нас, правда, есть проблема, выносливость заканчивается. Думаю, может, выносливость все-таки подкачать хотя бы до 1000 очень быстро заканчивается, мне абсолютно не хватает. Нет, все-таки богомолы справились, окей. Потом богомольчик себе приручим. Хотя вот, честно говоря, от них нам большого толку, кроме яиц, нету. И вроде как раньше яйца на что-то нужны были, а сейчас уже эти яйца вроде не используются, не знаю. Даже изменили систему гиблов, раньше нужны были, чтобы кого-то приручать. Ай, не помню уже, просто не помню, кого именно. Это мы с вами все выкидываем, бог с ним, с этими железными инструментами. Нет, стоп, там была, был серп. Там был серп. Да был же, вот он, хорошо. То есть у меня получается два серпа здесь и здесь, пускай будет. Он дорогой по ресурсам, да, пускай будет, в общем. Сейчас еще поищем. Первосортку вон можно покачать с титанобой немножко. Опять же, они очень хорошо, очень много опыта дают. Даже низкоуровневые. Ну вот это вот закон подлости. Это все богомолы, которые здесь есть. Я очень боюсь, что сейчас появится червь смерти, а я не справлюсь. Не вывезу я на волке. Да, понятно, лучше туда сейчас не соваться, потому что если какая-то виверна вылетит из-за разлома и нас увидит, будет преследовать, вряд ли мы улетим, убежим точнее. Ну, конечно, можно размансить, но есть шанс, что она нас просто сожгет, вот и все, волк сожгет, меня сожгет. Нацу. Красивая, блин, рыжая. Терпеть не могу змей. У меня такое ощущение есть, что вот там вот в городочке в этом, разрушенном, раньше был спаун богомолов. Ну, вон, вроде что-то присутствует. Блин, артроплевры меня, ну, конечно, напрягают. Очень опасное место. Отличное. Но все-таки не на топовом волке с вами, не на прокачанном. Это проблема. Нужно быть аккуратным. Плюс здесь реально прям очень много всяких разных бочек. Храмы подземные, вот это вот все. Это нужно будет обязательно все исследовать. Ну, или не все, но что-то. Собирать артефакты нужно будет. 1200, 3 на 6. Вон еще они. Так, беру свои слова назад. Нам везет, еще богомолы. В общем, сейчас этих зафармлю и все. И вон еще пачка. Вот их зафармлю, у нас большое количество полимера получается. Нам этого хватит на все. Мы сможем себе сделать нормальное помповое ружье. Пора апгрейдить его. И просто уже ничего не бояться. Я думаю, нужно качнуть волку на 7 вес, потому что мы нас тупо не выйдем. Нам веса не хватает. Больно, блин. 95-й очень больно бьет. Отталкиваем. Его сейчас нужно обязательно еще отличить. Есть уровень, качаем на 7 вес. Ха-ха, прокачал. Он качается очень мало. Очень слабенько. Просто отъедаемся. Если что, вон мясо можно выкинуть, лишнее мясо есть, да? Тот же серп скинуть можно. Стрелы не так много весят. Драквилизирующие я выкидывать не буду. Я просто смотрю, что выкинуть можно. Хлыст 8 единиц веса. Древесина 6. Камни 5. Вот это все скину, потому что это можно нафармить. Хитинные полимеры, естественно, выкидывать не хочется. Либо просто так сейчас дойдет. Господи, ну помучаюсь немножко. Думаю, доберемся. Все, дом, милый дом, мы сюда доползли, теперь можно быстренько все делать. Единственное, чего у меня нету, это нефть есть, нету селитры, точно. Селитру я не сделал, сейчас сделаем, это вообще не беда, селитра это очень просто. Заказываем селитру, еще нужно, знаете, что сделать?
взять Дедекуроса. Я сейчас не знаю, есть в Дедекуросе камень или нету. Мы сейчас посмотрим. Дедекурус 276. А вообще, зачем ты мне нужен? Я могу на ногах туда добежать. У нас с вами здесь 10 тысяч камня. Мне хотя бы 1500. Ну, что-то типа того. Это слишком много. Как-нибудь вот так вот, да. И заказать, ну, чтобы начал делать за цемент. Потому что цементной пасты совершенно нету. А вообще, я даже больше могу спокойно забрать. У меня носимый вес это позволяет. Прикольно быть раскачанным. Это действительно очень удобно. Обычно на этой стадии игры мы не можем такие тяжести таскать даже с рюкзаком. Давайте-ка попутно дадим имена. Парацерчика у нас с вами сейчас будут звать. Еще мы ему выдадим имя. Такое прикольное имя, вроде самочка Парацер, и имя такое Гаара. Ну, я не знаю, может быть, это мужское имя, но у нас других просто нет, у нас только самочки, сорян. Это мы уже обсуждали. И наверху у нас сидит Скоробейчик, плюс... Кто же у нас еще был? А, Шипастый Дракон, точно. Шипастый Дракон. Шипастый Дракон будет действие изменить имя вот так вот Дарпли. Тоже спасибо огромное за платную подписочку на Boosty, ссылка в описании под видео. Если вы захотите поддержать рублем, буду очень вам признателен. Ну, там буквально 100 рублей. Подписка самая минимальная, можно оформить. И здесь у нас с вами самец. А нет, у него пола нету, так что без разницы. Тебя будут звать действие изменить имя. Ты будешь вот так вот, Мамилон. Как-то вот так вот. Отлично, имена дали. Дальше. Камни принесли. Сейчас мы пока что сюда все это дело переложим. Хотя бы чуть-чуть мне нужно себе в кармане оставить. Хотя бы, не знаю, штучку 50, чтобы было про запас. И можно было делать болосы. И, естественно, у нас волки. Нет, не волки, вот здесь вот. Хитинчик. Мы опять же, наверное, оставим какое-то количество, чтобы можно было сделать седло. Хотя бы вот так вот. Потому что по-любому понадобится. А это все будем превращать в цементную пасту. Давайте заказываем. Процесс пошел. Дальше, у нас не хватает только немножечко бензина. Ладно, нужно сейчас быстренько пробежаться, собрать еще немножко нефти. А, вот она сама пришла. Нефть пришла сама. Дратути, я с вас все забираю. Сколько там? 16 нефти. Идеально, просто то, что нужно. Нам бензина нужно буквально там штучек 5, да, чтобы запуститься, сделать все и выключить. Идем с вами сюда. Интересно, металл на станок, у меня металла хватит или нет? Это по-английски я выбиваю, станок. Мне не хватает. Да все, в принципе, есть. Он не хочет почему-то подтягивать нефть 10. Хорошо, подожди. Действительно, подтягивать не хочет, у меня сломался СС или что, я не понимаю. Что-то с ним не так, цементная паста есть. Да, реально, смотрите, мне не хватает немножечко металла и не хватает немножечко селитры. Так что, в принципе, ничего не сломалось, он просто и, типа, говорит, что сорян, братан, ресурсов нет. Ну что, все, вот теперь абсолютно точно нам всего должно хватить. Как видите, я вторую еще поставил плавилочку сюда, быренько. Есть, дополнительный уголь все равно пригодится. Все идет сюда, есть станочек. Крафтим. Наверное, поставим его на крышу. У меня какая-то традиция ставить станки на крышу, не знаю. Или не будем ставить на крышу, или мы с вами сделаем вот так. Вот здесь лежит фундамент у меня просто так. Влепили фундамент, поставили также на улице станок. Все пускай в одном месте стоит, да? Нам будет так, ну, хотя бы чуть-чуть удобнее, мне так кажется. Далее. Вот теперь вопрос на засыпку. Сколько мне чего не хватает? Потому что в первую очередь мне сейчас не будет хватать, естественно, металла. Металла совсем мало, он как бы плавится, но ладно. Давайте гарпунное с большой буквы. Нет. Я сейчас... Чего? Гарпунное. Он делается в верстаке. Он в верстаке делается, а не в станке. Черт побери. Вот это я лоханулся. 120 слитков металла нужно. В общем, я сейчас беру волка и еду вот туда в горы. Вот туда, где этот луч. Там большое количество металла. Я не буду это, наверное, записывать, потому что очень темно. Но мне нужно хотя бы, ну вот, не знаю, 300-400 сырого металла намахать. Я думаю, что все получится, все нормально будет. Вообще, металл где-то и здесь был. Я помню, что в Вале залежи, но они такие одиночные. И это все довольно-таки противно и долго собирать. А вот там металла было много. То есть наша задача сейчас, в принципе, можно и записать, с факелом видно. Проехать вот сюда. Здесь подъем наверх, вот там вот налево. Тут хищники, конечно, водятся, но не то чтобы прям очень много хищников. Нормально, волчонок вытащит. О, все, металл пошел. За нами никто не гонится. Все, я добываю.
Здесь очень много богатых залежей. 625 металла. Нам этого хватит, я не хочу больше их сейчас портить. Лучше сюда на анкилозавре прилететь. В смысле, прилететь на Аргентависе с анкилозавром. Вот так вот. И уже дофармить при помощи него. Все, просто домой. А, дом наш нет, не здесь. Пока что прямо, потом налево. Вот еще металл. Пропустил, не увидел. Ну ладно, плевать. Как сказал, не будем сейчас с ума сходить. Можно было бы древесину формировать. Ну ладно, то же самое. О, сотый аргентавис. Найс, то что нужно в принципе. Еще и рядом с домом. Хм. Реально то что нужно. Конечно шикарно было бы 150-го там, 140-го. Но это еще найти нужно, это довольно таки сложно. Нужно очень много ездить. Пока что будет достаточно и такого. Ну, естественно, как понимаете, мне еще нужно в первую очередь металл здесь переплавить. Но по идее все, как видите, я тут еще и третью влепил. Плавилочку. Да, этого по-любому хватит. Тихо, спокуха. Что-то у меня зависло все. Трындец, ладно, бывает. Та двадцатка. Там еще пускай плавится. Делаем с вами гарпунное. Я надеюсь, что сейчас все получится. Сетка у нас делается в инвентаре. То есть нам просто нужно только с маленькой буквы вот так вот, да? По 12 единиц металла на каждую сеточку. Полимер и волокно. Да уж. По 12 единиц. То есть еще ждать. Нам нужна хотя бы одна сеточка и не промахнуться. А нет, нормально. Давай сетка. Подтянуть. Но вот это вот. Подтянуть, пожалуйста. Крафтим. Теперь быренько заряжаем. Главное не промахнуться. Если промахнемся, это будет все. Это фиаско, братан. Есть. Я думаю, что мы сейчас не будем с вами заморачиваться и делать ружье. Хотя можно. Хотя нам не хватит металла, опять же, да? 95 ситков металла нужно, понятно. Это мы сейчас ездим нафармим. Нам хватит тех стрел, которые у нас имеются, потому что оглушений все-таки там не так много. Вон он. Да, это он, все правильно. Оглушение есть, но его не так много. Делаем с вами по-быренькому еще стрел. Проблема, что у него 4000 оглушения и при этом всего 1500 здоровья. Вот это напрягает. Мне интересно, если попадать в голову, там больше будет или как? Не знаю. Два выстрела это 400. Нормально. Да вообще нормально, на самом деле, мне кажется. То есть, считайте, 4 выстрела это уже почти 1000. 5 выстрелов это 1000. 200 хп сбили. Да, живет, все нормально, не умрет. Я не вижу здесь хищников, то есть все должно быть более-менее спокойно в плане приручения. Летаем. Опять же, вопрос на засыпку. На какой стадии нужно его сажать в сетку? Сколько у него должно быть оглушений? 3000. И потом достреливать, да? Мне кажется, да. 2700. Вот это вот получается 3000. Заряжай. Есть. Но у нас минута. Настреливаем. Все будет хорошо, он заснет. Нам этого времени хватит, по-любому. 800. Это 4. Можно даже следующий не стрелять. Да, все отлично, есть. Фух, сработало. У нас с вами большая часть выпуска это подготовка к усыплению и приручению. Но, честно говоря, это было интересно. Мне понравилось, на самом деле, вот это вот все. Вот. То, что я задумал, спланировал, можно было и просто настрелять. И когда в тот момент, ну, когда он начнет улетать, попытаться попасть в него, догнать, еще пострелять. И таким образом усыпить. Но я решил, давайте как-нибудь по-особенному, без ловушек, без этого всего. Сделаем сеточку, что-нибудь такое, посерьезнее, поинтересней. И вроде все получилось. Ну что, остается просто подождать, пока он проголодается. Тут всего-навсего нужно два кусочка первосортки и все. Я думаю, этого будет достаточно. Закидываем. Да, ровно по 50% получается, отлично. Это опять же самочка. Имя дадим в следующем выпуске, потому что мне нужно сворачиваться. А что-то у меня в последнее время он как-то тупит компьютер, когда сворачиваешься. Не знаю, точнее, Ark Survival тупит. А, я отсюда не подтяну, да, ресурсы? Мы далеко. Волокна, если не ошибаюсь, у меня и дома не так много осталось, потому что я там использовал очень серьезно.
Слушайте, а шелк-то собирается при помощи серпа. Я смогу броньку себе улучшить. Мне просто шелк нужен был, а я его, типа, не хотел собирать при помощи, как раз, как называется, кнута. Не очень хорошо собирается, там еще камень подбирается и прочая ерунда, ягоды всякие. Вау. Ладно, этим я заморочусь позднее. Давайте-ка сделаем быстро на аргента седло. Подтянем ресурсы. Из волка, на самом деле, подтягиваются. И кератин, и кожа дополнительные. Все, отлично. У нас с вами есть птица, которая нам позволит нормально теперь развиваться. Помимо, естественно, парацерчика, он нам тоже позволит отлично фармить. Это вот что там сейчас такое народилось? Это как оно там народилось? Почему? Там же фундамент стоит. Нужно еще поставить фундамент, и всем пассивка. Давайте забьем, он слабенький. Есть. И я предлагаю сразу лететь вот туда, брать коробку, потому что тебя нужно прокачивать. Что мы будем качать? Во-первых, выносливость, скорость передвижения. Немножечко качнем все-таки урон в ближнем бою, чтобы он так посерьезнее бил. Вот это вот можно все зафармить. А, ну нафиг, ладно. Сейчас из-за яда будет выносливость быстро кончаться. Мы здесь хищников подцепим, все в порядке. Самое главное, коробка. А Овиса тут нету у нас? Как же хорошо летать, а? Вот всегда вот, ну, как бы, пока ты сухопутно выживаешь, без полетов, я так даже помню, какое-то такое выживание делал. Это очень атмосферно, это очень круто, но эта собака очень долго, потому что все эти тропки, камни, все это объезжать нужно, столько времени на это тратишь. Как только появляются крылья, все, у тебя появляется мобильность. Ну-ка. И? Мы получили с вами какую-то заметку. Возможно, ту заметку, которая уже была, просто, не знаю, нам именно этим и нужно будет заморочиться, обязательно собрать все заметки здесь на выжженных землях. Рая, тут, как видите, довольно-таки много, честно говоря. Это вот... А мне казалось, что на выжженных землях меньше. Ладно, бог с ним, будем собирать, поищем, посмотрим. Давайте пока что реализовывать опыт. У нас прямо сейчас 11 уровней. Если сразу найти еще одну коробку, то двойной опыт плюс опыт оттуда позволяет очень неплохо прокачаться. Качаем здоровье, качаем еще урон в ближнем бою. И погнали искать хищников. Где у нас здесь были? О, отлично, дракончик. Рапторы где-то были, вон плавают. Ну-ка, урон 132, то что нужно? Десятый. О, 130-й, красота. Нам превращать рапторов в этом выживании абсолютно не нужно. Они к нам вообще ни к чему. Цепляем, жуем. А вот именно пофармить самое то. Благодарю. Я не знаю, какого уровня. 15-го маленький. Ну-ка. Что мы там с вами накачали еще 5 уровней, я думаю, все-таки выносливость. Выносливость быстро заканчивается очень. Вот этот весь мусор долой. Носимый вес 576 тоже можно будет качнуть. Это будет грузовой аргентавис. То есть я больше не буду трогать у него ни здоровье, ни урон, ближе не бою. Только скорость, вес и выносливость. Вот. Чтобы можно было нормально летать. Ну-ка. 150-й скрипешка. Красота. 150-й должен дать неплохо так опыта. Еще 4 уровня. Давайте скорость передвижения. Ты там какой? Это Ютеранус где-то рядом. Нужно это учитывать. Обязательно нужно съедать трупы, потому что таким образом подлечиваемся. Но тогда никто не страшен. Ни Ютеранус, никто. О, красота какая. 50-й красивый. Но маленький, но красивый. Здесь много этих гадов. Они меня не усыпят, все будет нормально. Но просто можно все это заживать. Они низкого уровня, это досадно. Хотелось бы, чтобы были побольше. Ну да, это 95-й, да? Все, есть. Я еще Кранотавра слышу. Вот он. 130-й. То, что нужно. Нас вообще не пробивает. У нас здоровье просто немерено. Точнее, отхил просто шикарнейший. Ничего сделать не могут. Все, сейчас быстренько его добиваю. И на самом деле, я считаю, что
не знаю, план минимум и максимум на сегодняшний день выполнен. То есть у нас появился вот этот шикарнейший аргентавис, красавец. Естественно, я сейчас буду его прокачивать, качать вовсю. То есть нам нужно побольше носимого веса, где-нибудь под 1000. Скорость передвижения хорошая, чтобы можно было нормально летать, на нем носиться по всей карте. И, естественно, таким образом таскать ресурсы. Ну, в будущем мы поставим телепорты, включим их. Но прямо сейчас по старинке... Первую половину игры будем именно так же, как проходили на острове. А дальше уже поставим все эти упрощения. Ну а на этом сегодняшний выпуск предлагаю завершить. Я полетел фармить, я надеюсь, вам он понравился. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.